Депутаты увеличили расходы на социальную сферу. На пленарном заседании Гордумы парламентарии единогласно приняли изменения в бюджет города на 2016 год. На 1 000 000 рублей увеличили расходы на выполнение работ по кронированию и вырубке аварийно опасных деревьев. Нашли средства на строительство нового сада на 80 мест в районе Сортировки. В принятом проекте решения заложен первый транш. Дополнительно 9 000 000 рублей выделили на компенсацию затрат, связанных с перевозкой льготных категорий граждан на общественном электрическом транспорте. Именно вопрос перевозок, отметили избранники народа, в последнее время приобретает все большую популярность. В ответ на многочисленные обращения горожан депутаты решили создать комитет по транспорту и развитию дорожной сети. Напомним, это 12-й по счету комитет городской думы. Кто из парламентариев войдет в его состав, пока неизвестно. Они, естественно, будут мониторить работу общественного транспорта, принимать участие в контрольных проверках потом, потому как транспорт работает, особенно в вечернее время, нас это совершенно не устраивает. Нас не устраивает на интенсивность движения автотранспорта, особенно когда в часы пик.